Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Спасибо большое. Итак, Виталий Локтев, Алексей Хохлов, Сергей Перегуда, Александр Ерохин, Николай Расторгуев, Павел Усанов, Анатолий Кулешов. Ну и, конечно же, автор всех песен группы Либе Игорь Матвиенко. Где он? Он где-то в зале. Авторы замечательных стихов. Михаил Андреев, он где-то тоже здесь. Александр Шаганов. Вот песни этих авторов сегодня вы слушали в концерте. Я не знаю, как мы вам, но вы нам очень-очень понравились. Извините, если было что-то не так. Мы очень старались. До свидания. Всего вам самого-самого доброго. Пока.